здесь мне себя найти. Что с тобою будет? Догоняют нас тени от часов. Миллионы слов, миллион вопросов дают мгновенье минуты и дни. Кто мы на этом пути? И снова меня. Не узнают зеркала, кем же ты стал сейчас на самом деле. Здравствуйте, полковник. Откуда вы знаете, кто я? Мне про вас рассказали. Кто? Константин Разин. Знахарь. Александр Михайлович. Что? Ваша жена. Ей что, хуже? Да нет, наоборот, она просила вас прийти. Здравствуй, милая. Ну, как ты? Здравствуй. Что-то случилось? Родная, если тебе плохо, я могу позвонить Штерну, он приедет и поможет тебе, и все станет хорошо. Не станет. Я все вспомнила. А что ты вспомнила, милая? Все. Тебя. Себя. Помнишь? Мы же с тобой были счастливы. Конечно, помню. Родная моя, я очень рад, что тебе становится лучше. А я не рада. И я не... Лучше бы все оставалось, как было. Родная моя, я не понимаю, о чем ты. Ненавижу тебя. Я тебя ненавижу! Успокойся, родная. Успокойся. Это ты убил его. Не надо было меня лечить. Лучше бы все оставалось, как было. Это ты убил его! Thank you.
же знаешь, я ни в чем не виноват. Саша, это ты должен был погибнуть, не он. Это все ты и твои дела. Это тебя должны были убить, не его, его-то за что? Успокойся, родная моя. Это ты должен был умереть, не он. Я убью тебя. Я думал, что все можно исправить. Не, нельзя. Нельзя, нельзя ничего исправить. Все нормально, брат. Слушай, запри ее, ладно? Чтобы выиграть время, я должен был усыпить бдительность своих врагов. Сейчас они уверены, что все силы брошены на выяснение обстоятельств моего убийства. Вы что, не понимаете, что нас вы должны были предупредить заранее? А вы, полковник, разве вы не должны были знать, что на меня готовится покушение? Или этот вопрос не входил в вашу компетенцию? Ну, с этого момента, я надеюсь, мы будем действовать сообща. Именно поэтому я с вами и встретился. Так что вы хотели со мной обсудить? Вот это. Если быть кратким, меня прислали вас убить. У меня к вам есть встречное предложение. Что вам рассказал Разин? Очень многое. И в это трудно было бы поверить, если бы... Если бы что? Не знать, что мы имеем дело с братьями Вертяковыми. Они способны на многое. Остальное было делом техники. Мы позвали знакомого журналиста с местного телевидения. И вскоре все уже все знали. Что вам рассказал Разин? Вы слышали о синтетическом препарате СДА? Все наши активы, которые мы можем использовать, вот на этом депозите. Ну что, можем ехать. Хотя возникла одна проблема. Оказалось, за моим домом следят. И, видимо, это ФСБ. ФСБ? Да. Но ведь ты же сказал, что мы здесь в полной безопасности. Так оно и есть. Я всего лишь предупреждаю о еще одном неудобстве. Надо будет сменить место. Оно не вызовет подозрений. Там есть все необходимое оборудование, и там нет ФСБ. Он упоминал фамилию Штерн? Да. Ну и где сейчас Разин? Он сказал мне, что позвонит вам сам. Что? И вы ему поверили? У меня не было выбора. Если бы он хотел меня обмануть, я был бы уже мертв. Черт бы побрал этого вашего Разина! Он теперь все испортит. Что испортит? Все испортит. Я. Всем полная готовность. Меня ждать. Куда мы идем? Не волнуйся, ходи. Здесь подземный ход, он ведет на окраину поселка. Так безопаснее.
такие транспортные средства. Машинки, конечно, не очень комфортабельные, но нам здесь сейчас главное не очень обращать на себя внимание. Ты гость, тебе выбирать. Ну, как успехи? Иди погуляй пока. Все готово? Конечно. Ну, я думаю, мне нужен примерно час. Моему человеку надо примерно час для того, чтобы проверить документы и препараты. Прошу. Позволите? Аккуратнее, молодой человек. Здесь вся моя жизнь. Хорошо. Все в порядке. Я готов перевести деньги. Отлично. Я готов их принять. Стоять!
Как ты узнал, что они здесь? Так же, как и ты. Следил. Закончил? Послушай, у меня больше нет с тобой никаких дел. Это была обыкновенная работа. Бизнес. Мне тебя заказали. Я всего лишь исполнитель. Слышь, у меня нет против тебя ничего личного. Я могу тебе помочь. Я знаю, кто хочет тебя убить. Телефон. Какой телефон? Вот этот. Ты все равно не знаешь номера. Узнаю. Как? Ты сам мне его скажешь. А смысл? Ты проиграл. Но ты хочешь отомстить Хадиду. И я твой последний шанс сделать это. Сегодня еще не выезжал. Машина тоже на месте. Охрана? 4 вооруженных человека по периметру. Штерна видели? Нет, ни разу. Все знают, что мы ищем. Да, я проинструктировал. Лаборатории, препараты. Фотографии Штерна есть у каждого. Хорошо. Значит, мне не нужна бойня и еще. Мне не нужны сюрпризы. Я первый. Всем. Начинаем. Тебе чего? Землю! Лежать! На землю! Лежать! Стоять, сиди! На землю! Лежать на землю! Чисто! Первый. На втором этаже гостиного домика обнаружена женщина. Закончили проверку. Ни Вертякова, ни Штерн не обнаружено. Дом обыскали. Лаборатории здесь нет. Значит, у вас есть возможность избежать крупных неприятностей. И также есть возможность получить эти неприятности в полном объеме. Меня интересует только один вопрос. Где хозяин? У меня впечатление, что вы не совсем правильно меня поняли. Моя фамилия Губанов. Я полковник Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И я не купленный мент из Нижнеглебска. Я такой большой геморрой, что не каждая задница меня выдержит. Вы так уверены в собственных задницах? Ну, воля ваша. Значит, спрашиваю последний раз, после этого переговоров больше вести не буду. Кто из вас знает, где хозяин? Я вас внимательно слушаю, молодой человек. На первом все чисто.
Откуда вы узнали, где я? Когда человек хочет отомстить, его нужно искать в доме его врага. У меня было видение, и, похоже, я не ошибся. Уведи ее. Я без тебя никуда не пойду, слышишь? Держи. Пока это все, что я могу тебе предложить. Надеюсь, он тебе не понадобится. А ты куда? Мне нужно закончить одно дело. Кстати, Батыр, ты ведь можешь видеть будущее. Не знаю, что там впереди. У тебя? Нет. А у тебя? Ну, про себя я давно все знаю. Присмотри за ней. Кость! Батыр, ну почему ты не пошел с ним? Я должен оставаться с тобой. Отличная отговорка. Пришли. Нас обоих можно поздравить с удачной сделкой. У меня только один вопрос. Я весь внимание. Ведь это эксклюзив? Разумеется. Значит, я могу быть уверен, что такого препарата больше ни у кого нет? Конечно. И никогда не появится? Никогда не появится. Вот вам гарантия. Он один мог воспроизвести эту хрень. Знаешь, говорят, что раньше, давным-давно, еще при царе Горохе, безумные правители ослепляли своих художников и архитекторов, таким образом обеспечивая себе эксклюзив. Эксклюзив на красоту. С учеными та же история. Время от времени им надо отстреливать головы. Ну что, дело сделано. На твоем месте я бы поторопился. Прощай. Стой здесь. Ты куда? Я проверю запасной выход. В машине, подождите меня. Понял.
Руки! Руки! Где кислый? В кабинете. В моем кабинете. Веди. Быстро! Все будет хорошо, слышишь? Тихо. Беги. Ты должна предупредить Костю. А как же ты? Тихо. Я не умру. Не бойся. Мне же нельзя. Я же вечный. Да? Батыр. Ноги шире бей! Где ваш брат? Ты почему жив? А может, я похож на твою совесть? Слышь, совесть! Скажи, сколько тебе надо? Ты не стесняйся, я готов платить, вот. Боюсь, ты не сможешь расплатиться. Слишком дорого. Даже для тебя. Ты разрушил мою жизнь. Как видишь, я это пережил. Ты убил близких мне людей. Их уже не вернуть. Так что пришло время за все заплатить, кислый. Ух ты! Дело, кажется, серьезное. Даже не знаю, как поступить. Ты правда убьешь? Обязательно. Да ладно, слабо тебе. Ты меня плохо знаешь. Ну тогда делай это прямо сейчас, потом поздно будет. Ничего. Я никуда не спешу. Ну я-то спешу. Что делаешь? Я же просил Батыра. Где он? Он ранен. Кость, вставай, сейчас могут прийти охранники. Слышишь, вставай. Кость. Понятно. Вместе мы не убежим. Я без тебя никуда не пойду. Вставай. А поцеловать? Что? Поцеловать.
Берите оружие на землю! И двигайся! Все хорошо. Мне нужно выехать из страны. Свяжись с людьми в Москве. Да, как договорились. Мне нужен дипломатический статус. Ну вот, видишь. Я ж тебе говорил, надо было со мной сразу договариваться. Вместе мы б... Мы б все разрулили. Полковник... Здесь в здании раненый человек. Ему надо помочь. Где? Лиза покажет. Разберись. Ну, теперь-то что ж, вон сколько дров наломал. Зачем? А где гарантии, что с вами наломал бы их меньше? Ну, будет. А теперь серьезно. Где препарат? А паук вам больше не интересен? Где препарат? Уходи, да. Что? Где ходит? Какое-то время назад он был здесь. Ты не ошибаешься? А вы думали, кислый будет мельчить с покупателями? Но я знаю способ, как вам его найти. Что дальше? Он обязательно ответит на этот звонок. Вы его отследите, и он ваш. Вам ведь нужен препарат? Очень нужен. А твой интерес? Я предпочел бы, чтобы он не достался никому. Но если это невозможно, пусть он лучше будет у вас, чем у него. Следить номер и точное местонахождение. Далее, чтобы время зря не тратить, выезжай сразу. До шоссе одна дорога, а там мы точно поймем, куда он поехал. Все. Санитаров вызывай. Надо было со мной договариваться. Ну и где он? Как? Это не может быть, он здесь был. На территории все чисто. Объект не обнаружен. Подождите, ну а кровь? Вот.
тебе была кровь. У нас проблема, товарищ полковник. Оставьте нас двоих. Но я вам сказал! Уйди. Ну что, Разин? Слушай меня внимательно, два раза повторять не буду. Думаешь, и на этот раз тебе все с рук сойдет? Ошибаешься. Ох, Разин, тебя ждут такие серьезные проблемы. Я думаю, мы договоримся. Ни о чем я больше с тобой договариваться не буду. Я уверен в обратном. Все ищут Хадида. На нем висят несколько смертных приговоров, сотни человеческих жизней. А сейчас в его руки попал препарат, которому позавидовал бы сам Бен Ладен. По большому счету, вам все должны быть благодарны за то, что вы уничтожили его. Я? Я никого не уничтожал. Но ведь это вы позвонили по телефону и активировали взрывчатку. Нет. Мы договоримся. Больше никаких с тобой переговоров, Разин. У меня есть предложение, от которого вы не откажетесь. Ну, я же сказал нет. Паук. Что? Что ты сказал? Я сказал, что мы договоримся. Надо подписать документы. Наш вопрос можно считать официально решенным. Потом откроешь. Здесь новые документы. Абсолютно все, которые могут понадобиться, включая карточку обязательного медицинского страхования. Все сбережения Константина Разина переведены на новый счет. На новое имя. Все. Как меня теперь зовут? Вот этого мы не знаем. Ну, а как ваши дела? Ладно. Желаю удачи.
все в порядке? Теперь могу идти на все четыре стороны. Я так рада. Костя? Кости больше нет. Извини. Но ведь ты никуда не денешься. Кость, не уходи, пожалуйста. Олесь, у тебя все будет хорошо. А у тебя? А у меня, наверное, все будет с самого начала. Прости. Ну, здравствуй, знахарь. Раньше ты меня так не называла. Раньше я не знала, кто ты такой. Ну, как все прошло? Нормально. Новое имя, новые документы, новая жизнь. На старую не жалко? Пока еще не знаю. Понятно. А с чего собираешься начать новую жизнь? Наверное, сначала заеду к Макару. Мне ему нужно отдать гонорар. А потом, наверное, к Батыру. Он до сих пор еще не знает, что я его нашла. И думает, что не оставил следов. Поехали? Поехали. Thank you.